утро начинаем варить. Сегодня у нас вечеря, кутью нужно сварить. Здесь я рис поставила вариться. Достала уже цукаты, залила изюм кипятком. Сейчас ждем. Ставила вариться уже картошку на пюре. У нас будет картофельные гнезда с ветчиной, с грибами. Здесь уже почти готово. Я вот выключила рис, и он сейчас немножечко еще постоит. И будем уже сливать его. Так, вот так вот украсила я кутью, как всегда, шапочкой такой мономаха. И фруктов нарезала. Все, ждем гостей. Так, начинка для картофельных гнезд. Можно тебе бананчик? Конечно, попроси, тебе Антошек отломит. Значит, здесь у нас обжаренные грибы с луком. Они были из банки, уже порезанные. Что еще? Майонез, сыр и ветчина. Обычное пюре уже я приготовила. Сейчас будем делать сами гнезда. Так, вот такие вот куриные гнезда, которые я делала с горем пополам. Еще салатик этот остался. Переложила сначала все вот в такой мешок, который многоразовый, из метро, но он порвался, прям по шву разошелся, он просто уже и давно у меня, наверное, может быть, и от срока годности, так что я отсюда выбирала пюре, складывала его в одноразовый мешок. Нет, не цена. Так что вот такая вот штука получилась, сейчас будем запекать. Нам же скоро Ариша приедет, мы уже ей под елочку положили подарки, и пряник будет ее ждать Маша. Я надеюсь, что похоже на Машу. Это Ариша, мам. Да кто? Ариша, а кто это такая? За... Маша! Мака! Это... А я же поняла. И Машка такая красивая. Здорово. Будешь готовить? Будешь готовить? Да. Да. Кастрюля, глянь. Ладно, я себе возьму, раз я не буду. Да? Так, ну надо же до стишок только рассказать. Скажи спасибо. Где пресная твоя? А, это я уже знаю, что мне не надо говорить. А что это? Кошка, опа! Вкусно? Гриша так ждал, когда это тюка, он говорит, тюка. Мама и папа прислали вечерю, а мы подросли, не в полном составе принесли. А где девочки? Да вон. Там. Вы ничего не хотите нам сказать? А вы девочки? Говори, Зоя. Девочки, становитесь за елочки. Мама и папа прислали вечерю, а мы подросли и вам принесли. Отлично. Так что вам теперь надо подарки давать? Снимай куртку, говорю. Нет. Я откушу с пряника. Ты что, играешь? Все. Зоя, поехали? Не надо ломать. Зачем? Это ж Зоя моя. До свидания, спасибо. Приходите на следующий год, ладно? Давай, не думайте. Первую ногу. Придете, Зоечка? Да. Приедем, будем вам дать косички. Да, покажи, какую мы тебе куклу. Голову такую, да? Давай, а где-то тебе песенки петь, да? Вторую моргу. Ты выучишь новую песенку и приедешь, споешь. И тебе верю. До свидания. Hasta la vista. Покажи, какую игру нам подарили. Смотрите. Вот и он вылетает. Да. Очень старый. Я ее еще никогда не видела. Или уже была такая реклама? Была. Я не знаю, когда мне лет 5 было. Нет, надо ее это вставить. Нет, надо чтобы вытянуть. Да, надо все вытянуть, да? Нет. Заходи, заходи, Саша. Обалдеть, давайте, а то мы проголодались. Пробовать надо? Мне тоже подробно. Да, давайте. Здрасте. Давай. Давай. Да я смотрю, что тебе там есть, что есть или нечего. А у меня нет. Давай. Пошлите. Давай. Ну что вы? Кто первый? Мама и папа послали вечерю. А мы пришли. Что было? Чтобы мы поели, а мы подросли. Точно. Так у вас шире или высоту, чтобы вы подросли? Ну, шире. Пошлите пробовать. Давай я буду, да. Давай мне.
Ну подождите, они что же сейчас все расскажут? Ты что на кого-то? Я зашил пуху! Ой, Ланочка! С днем рождения! Здрасте, заходите. Расскажи, что ты пришла. Пошли. Пошли до елочки, пойдем. Иди, расскажи, что ты пришла. Нести конфеты. Да, нести. Иди, расскажи. Заходи, заходи, зайчик. Мама прислала вечерю, а я подросла и вам принесла. Отлично, давай. Отлично. Надо пробовать? Угу. Давай. Где он отключается? Я не знаю, что он меня... А он сам, наверное. Соня, он выключается? Да. Вот, выключился. Тишина. Да. Ненадолго. Да. Теперь мы можем ехать. Поехали. Пошли одеваться. Адама. В гости всем. Теперь вы будете вечерю возить, да? Да. Да и тебе надо подарки. Так, все, мы тоже собираемся в гости. Я в эту баночку наложила вечерю нашу. Это подарки повезем. Сами отдадим. Так, все, пап, поехали. Дед Мороз, Дед Мороз, держи. И мои этот... рабочие будни закончились. Это, все. Зайчик, на, вот это ж родня забыла. Так, мы едем. Ты же слышала? Мы едем это. Уже до бабушки Дежка, до бабушки Гали заехали, наверное, мама. 500 рублей, Гриша говорит. А вы поедите, и мы подрастем. Пошлите, еда. Папа, кинет. Я так расскажу. Да? Ой, Афонечка, аккуратно. Мама, здрасте. Они уже поперли. Антошик, пошли. Смотрите! Ты открыла? Ага, я и сделала уже прическу. А вот. Кто забыл у нас барыня из вас? Прислали вечерю, а мы подросли и вам принесли. Уже 3 раза в этом доме это говорю. Давай. Мама и папа прислали вечерю, а мы подросли и вам принесли. Да вы что? А где бабушка? Да, успокоились, а сейчас бабушка им даст. Это конфетки. Спасибо. Надя, а где Афанасий? Афоня, он идет, он, что, это он уже и там рассказал, и тут рассказал. Ну, будешь в школе готовиться, легкий счет. Это Гриша. Афанасий, тебе. Это тебе. Еще денежки немножко бабушка даст. У нас уже есть тоже деньги. Да? Да. Так может вы бабушке тогда дадите? Ты. Что ты, зайчик? Ты считай свои каждые, они. Кого? Бабушка тебе давала же. Где твои? Нет, это ж мы. Это Антоша. Спасибо. Это вам. Так, а на кого это вам с Антохой пополам. На кого ключок? А это Афоня. Держи, это тебе. Это тоже тебе. Это тоже тебе. Это снова тебе. Это тоже будешь на рыбалку ходить. О-о-о. А это мама будет читать. А мне? Понял? Бабочка! Мама, забирай. Мама, бабочка, книжку будешь читать. Ананам на спине. Все, да, ты рад? Мама, на спине. Тихо, вынесите под навес. Выйдем за вечерю. Выйдем за подарки. Пошлите, теперь нужно надо бабушку Люду-то позвать. А ну иди сюда. Сойдем. Ну так надо там же Филя там может быть. Надо ж позвать. Филя. Позови. Башка Люда. Ой, гля, как кот по крыше. Сереж, снимай кота. И Афоня даже тоже подрос. Только снимать, только своих детей. Без башки. Снимай. Я прекрасно. Подросли. Лили. Вы уже подросли? Подросли, но мало. И принесли? Принесли.
самое главное. Скажи, у Маргариты тут куча подарков, да? Да, вот, вот, вот и вот. Да, это все новые? Да. Очень красиво. Даже снимается. Угу. Да, это мы Маргарите такую голову подарили для причесок, да? Да. Делать прически, учиться. Мама дома, вот. Кто тут лежит? Я не знаю, я в школе лежала. Да? А я с какашкой лежала. Маргарита, ты опять начинаешь? Да, да. Все наелись? Да. Скажи, скажи. Да, да, да. Итак, скажи лучше. Да, да, пожалуйста. Маргарита, все, не буду ее снимать. Буду себя снимать. Афонечка, а кого это выписывали, сынок? Меня. Видишь, какого сразу. Это ты был маленький, сынок? Мне кажется, я там был толще, чем сейчас. Это, Серега, это какой... Мы смотрели Афанасий с Колей, они как-то похожи вообще. А там в конце будет сейчас видео. Ой, как он смотрит! Что это, Афонь, такое? Да я потом через месяц в больницу ж попал, да? Ну да, да. А что? Так, распаковали мы все подарки, сфоткались. Хэштег я богат. Да, что, да, да. Ну возьмите мисочку в раковину, поставьте, наберите воды и там ловите. Афонь, давай. Мисочку бери, где у мамы миски, Афонь? Бременские музыканты. Мама, ты эту мику. Ну, хочешь побольше, хочешь вот эту. Да, вот. Где? Мама, сон, смотри, какая огромная. Да. Мы все теперь раскрываем подарки. Гришка, это что? Это все три из яйца, да? Это Башколюда, по-моему, три яйца. Надо спросить, где вот такие продаются. Кстати, очень прикольные штуки. Да? Так, папа уже собирает железную дорогу. Это тетя Вера с крестным, с Афониным. Афонечка, давай железную дорогу собирать. А только железная дорога это неровная. Она сейчас выровняет. Ну, под весом паровозиков, я думаю. А как собрать машину? Так что вот это еще нам открывать все подарки и книжки еще читать. Это Коля учится. Угу, будем учить, да? Играть. А как превратить машинку, папа, как превратить машинку? Ложимся отдыхать, уже у нас 11 часов. Включили напоследок посмотреть службу рождественскую. И будем спать. Всех с праздником. Свои мультики, только тихо. На шестерку, да. И дверь закрывать. Пусть... Антошка, пошел. Афоню, пожалуйста, только под стеночку положите. Вот, да, вообще сколько много. Вся Госдума, наверное, собралась. Не, ну я просто вообще. Ну там же, наверное, собрались. С Москвы, ну да, все же хотят в этот главный собор, да? Mm-hmm.